Нужно просто было освоить деньги быстро, и поэтому в плохую погоду клали, быстро форсировали все это. Поэтому соответствующий результат. Но деньги списали, а теперь исправляют свои ошибки. Удовлетворительно. Я строитель. Это не плитка. Это удовлетворительная работа. Очень плохо выполнено. Они делали в зимнее время, во-первых, не положено по технологии. И теперь из-за этого все переделывают. Уложились только денег и труда. Мне кажется, что никто не смотрел за этим делом. Как бы так. На самотек все пустили. Делают. Кто-то что-то делает, кто-то не делает. Вон сидят половина тоже на жопе. Я думал, трубы прорвало. Может, за этого начали делать.